капитан из Бадахшана. Вы бывали в Бадахшане? Не ходите никогда. Вот споет капитан, вы расходите туда. Я спою о том, как тужит, как перловку ест с ножа, как он родине там служит, головой не дорожа. А еще добавить надо, как под взорванным мостом он дошел до Файзабада и навек остался там. Пусть подпиленные пули воют около плеча, парткомиссия в Кабуле объявляет строгача. А за что? За то, что строго запрещает пить корабль. Только он-то, слава богу, наш советский капитан. Он живет не по исламу, у него одна жена. Он порой про Божью маму говорит, как сатана. Он суннита и шиита от бревна не отличит. Ну, хватил какой напиток, не дерется, не кричит. Так скажите, Бога ради, в чем виновен капитан? То, что служит в Айзабаде на Нагорье-Бах.